Привет, я еще раз многократно извиняюсь, что ворвался в ролик, но у меня очень маленькая просьба. Ребята, давайте на этом видосе наберем 1 лайкос. Мы уже год пытаемся набрать 1 лайк на одном видео, и у нас не получается. Пожалуйста, кто-нибудь нажмите лайк, там, не знаю, там человек, чебурек, может собачка, кошка, мышка, бабушка, дедушка, кто-нибудь поставьте лайк, пожалуйста. 1. Ох, какой же аромат от этих стейков! Лёх, ты просто понюхай сам! Ой, я блин! Я отсюда чувствую! Капец, как пахнет! У меня уже слюнки текут! Так, ну-ка, главное сделать идеальную прожарку! Ох ты, блин, капец, давай быстрее, мне уже не терпится, у меня живот бурлить начинает! Да ты, ё-моё, бульбулятор, ты останови свой! Я не могу так быстро жарить, надо идеальную прожарку! Все выставить аккуратно! Давай, я пока кока-колу налью! Давай, наливай! Чё? Так, это что такое? Чё там? Я ж совсем забыл! Ёлки-палки, слушай, Лёха, короче, сам как-нибудь дожарь свое мясо, вот, я... не буду есть снежку, главное, дай кусок, смысле, а сам будешь? Можешь... Ну, сам два снежку? Куска съешь, и все, я пойду, короче, все, давай. Не понял. Стоять, куда пошел? А как же, мы же хотели день вместе провести! Пожарить, покушать, повеселиться! Сам дожарить, что я не могу, там, важные дела, я совсем забыл, ладно, Лёха, другой раз. Чего? Меня... Что меня... может быть важнее? Меня 2 дня или 3 не будет, все, я пошел. Что? Какие 2 дня? Не успеваю, вообще. Что это задумал? Ты же обещал сегодня на выходные вместе пожарить мясо. Снежка, не забудь кормить 2-3 дня. Все, я поехал, чего? Пока. Какие 2? Куда? Без меня. Не понял прикола. Куда он собрался? 2-3 дня. Что-то он задумал. Надо проследить за ним. Куда он собрался? Я его не упущу из виду. Главное не попадаться на пути. Вон он. О, свернул. Нет. Только не говорите, что он приехал опять к этой девке, к этому дому. Капец, я так и знал. Вот он, негодяй. Меня на нее опять променял. Я думал, я в прошлый раз ее грохнул. И она уже не очухается. Ай, ё-моё, что ему надо? Что он собрался 2-3 дня с ней проводить? Серьезно? Обещал мне выходные посвятить. Надо подслушать. Ничего не слышно. Ладно, можно и подглядеть немножко. Слушай, давай быстрее. Тихо. Мы опаздываем и так. Давай, быстро, делаем. Все, давай, заходи. Это самое, все, это чего? Нет. Что? Куда они зашли? Не понял. Эй. Куда они делись? Ё-моё! Так. Надо что-то придумать, надо их остановить. Может быть, что-то с котом сделать? Нет, его жалко. Ладно. О, билеты какие-то! Или куда? Или что? Или... я, кажется, придумал. Кофе они тут решили попить. Ладно, попьют кофе. Я им сейчас слабительное подсыплю, чтобы им не захотелось никуда ехать. Вот так. Вот нехорошо им точно будет. Отлично. Вот это я понимаю. Слушай, все, тогда переодевайся, я за тобой заеду через час, хорошо? Хорошо. Даешь, конечно. Как такое можно было забыть? О, кофе, так, ладно, возьму с собой, наверное, одно. Хотя, блин, какой красный или... Ну ладно, возьму этот, вроде это мой капучино. Надо быстрее ехать, ёлки-палки. С собой взял! Ай! Куда он собрался? Так, не понял. Так, что-то он задумал. Ладно, и меня еще пока не спает, лучше отсюда свалить нафиг. Так, Паша меня не видит? Он уехал уже или не уехал? Надеюсь, мой мотоцикл он... не спалит. Ладно, план вроде бы сработал, так что можно, в принципе, отсюда сматываться. Вон он! Еле-еле успел догнать его! Куда он там собирается? Ага, поворачивает, кончик этот недоделанный. Так, я-то его вижу! Понимаю! Нет, не понимаю! Он на кладбище приехал, что ли? Чего? Что он там делает? Багажник открыл! Так. Чего? Кейс это достал! Взял. На кладбище приехал, кейс достал куда-то! Ой, все, надо быстрее бежать! Так! Ага. Так, мотоцикл прячу туда! Я-то его вижу! Чего он задумал? Я не понял, сначала к девке к этой поехал, сейчас на кладбище приехал, взял кейс, какой-то чемодан! Ой-ой-ой, главное, что он меня не заметил! Я точно уверен, что он что-то задумал! Что-то задумал нехорошее! Так, ага, видит меня, не видит? Вроде бы не видит! Ой-ой-ой! Еще дождь начался, капец! Ай, главное не потерять его из виду! Где он? Тихо! Так, за мной никто не следил там, а? Тихо, никто не следил! Все, я могу спускаться! Чего? Спускаться?
Он что, в логово маньяка полез, что ли? Нет, 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 там же маньяк обитал. Эй, Паша, а зачем ты это делаешь? Ёлки-палки, это дурында, дурында. Дурында без меня там не проживет. Так, где-то тут лестница торчала. Вот она лестница, я его помогу. Эй, эй, ух, капец, блин, все кости переломаю, чтобы этого Пашу достать. Ой-ой-ой, надеюсь, он еще живой. Надеюсь, он еще живой и маньяк его не убил. Ой, нет, ненавижу это место. Скелеты, клетки. Паши тут нету, не понял. А где он? Где он? Ну, короче, телевизор. Слушай, я чего? Тебе говорю, вот тут за три ролика. Откуда? Ну, сколько там, четыре было. Кто-то, что ли? Вот, значит, смотри, тут очень много денег. Я думаю, ну, тебе нравится, да, в принципе, нормально. Ну, смотри, мы с тобой договорились. Значит, у тебя вот тут две жертвы. Один из них это, ну, помнишь, там такой фиолетовый был пакет. Ну, ты там это, его в следующий раз там норочком как-то мачете. Ну, там, ну, чтобы он обтекался, там, ну, может даже и убить, там, ну, вообще, без разницы, вот. Он все равно убежит от тебя. Короче, ну все, деньги есть, все есть, я тогда пойду. Ну, что? А ты его там уже как-то... Он меня сейчас палит. Чего? Не понял. Серьезно? То есть Паша хочет меня убить и заплатил маньяку? Стопудово хочет с девкой этой остаться, а меня устранить, чтобы я жить не мешал. Вот тебе и друг называется. Понятно. Я ему... Чего? Что это такое? Помогите! Выпустите меня! Огромное спасибо, мистер Маньяк, что вы вытащили меня из этой канавы вашей. Я, честное слово, больше к вам не полезу и следить не буду. Так что огромное спасибо, я пойду. Можно дойти мне, пожалуйста? Ага. Нельзя. В смысле? Ну, я же сказал огромное спасибо. Я вас больше не потревожу. Все, до свидания, пожалуйста. Может, я пойду, да? Я был прав! Паша меня хочет убить! Помогите! Люди! Так, так, так! Я его вижу! Он там какие-то... Чего? Чемоданы подготовил? Он мне даже и не говорил, что куда-то собирается лететь! Серьезно, серьезно? С этой своей подружкой? Ё-моё! Ну, я все равно прослежу и узнаю, что он задумал! Так, 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 сложил чемоданы, в машину сел. Понятно. Чего, поехал. Так куда он поехал? Он поехал. В сторону аэропорта поехал. Так, я его вижу, я за ним прослежу. Ну-ка, паркур. Опа! От меня-то он не скроется. Так, поехал опять дальше. Ему не скрыться. Сейчас я его... Больновато. Так. Оказывается, я нашел этих голубков. Вон они стоят возле самолета, чемоданы пакуют. Я все-таки вычислил правильный аэропорт и узнал, что они куда-то собрались и без меня. Так, ё-моё, сейчас я прослежу. Я точно все узнаю. Вон он стоит. Куда это собрался? В самолет собрался. Так, а может какой-то GPS-жучок на них повесить или... В какую они местность собрались? В лес? На пляж? На море? Или на юг куда-то? Полетели. Я был прав! Они полетели. Ой, они же улетают. Нет. Так, я это просто не прощу. Не оставлю его. Хочет она его увести от меня. Моего друга, значит. Без записи оставить, без роликов. Нет, я сейчас. Как-нибудь я прицеплюсь. Ой. А как бы мне прицепиться-то? Прицепляюсь. Как классно, что мы все-таки решили выбраться на отдых. Я, правда, волнуюсь немного. Первый раз на самолете лечу. Страшновато. Помогите! Остановите! Я передумал! Потрясающе! Я не удержусь тут так долго! Ой, какая высота большая-то! Взлетаем! Ой-ой-ой! Не нравится мне эта турбулентность! Ой, кто крыльями шатает? Мамочки! Вау! Вот это да, здесь столько классных мест, куда можно сходить, здорово просто. Ну да, погуляем, только я вот не пойму, где наш гид? Он должен был уже с минуты на минуту подъехать на своей машине, а его до сих пор нет. Ладно, я пока чемоданы проверю. Так, это не то, так... Как же тут еще... солнце пекет? Эй, помогите! Ой, голова моя! Ой, как все болит!
Ой-ой-ой, нифига себе, ямищу я сделал тут. Офигеть, сколько километров пролетел. Ого, а где это я? Пальмы, песок, ё-моё, джунгли. Не понял я что, в другую страну приземлился? Офигеть, Паша, оказывается, все-таки полетел в путешествие какое-то. И без меня. О! Не понял, местный житель. Ой, какая мартышка. Привет, бабуин, хорош. Ой, что это у тебя в руке такое? Это граната, что ли? А-а-а! Сумасшедшая камикадзе, обезьяна! А-а-а! Ты сумасшедшая! Ой-ой-ой! Что это за место такое? Ну его нафиг, надо проваливать отсюда, проваливать отсюда! Куда я вообще приземлился-то? Помогите, люди! Блин, ну прикольный отель, конечно. Тут и растительность вроде как ничего, и номера довольно-таки хорошие. Я с тобой согласна. Здесь и правда очень здорово. Только вот жарко очень. Ну да, там где-то сколько, 35 градусов жары. Ох, это не то, что в Лос-Антосе. Блин, как же тут красиво все-таки. Прекрасно, птички поют. О, Паш, а можешь меня, пожалуйста, сфотографировать на память? О, ну, окей, хорошо, давай, становись, сейчас сфоткаю. Так, достаю телефон. Ох, да, что-то не получилось, сейчас дай без вспышки сфоткаю. Так, ага, ну, неплохо. Ну все, ух, залез наконец-то, нашел этих голубков, вот они фоткаются. Ага, понятно, ладно, через джунгли я пролез, ничего страшного, ща подойду, ща все выскажу, пусть он знает, на кого нарывается, кого променял, друга своего говоришь? Лучшего. Ну да, пошли, там еще столько всего интересного. Чего? Не понял, куда они пошли? Ё-моё, не успел высказать все. Ладно, сейчас я ему дам. Ох, блин, как же тут красиво! Надо будет вечером, когда закат будет, надо будет сфоткать. Попались! Голубки, я нашел вас! Леха? Да, Леха! Ты что тут делаешь? Я все знаю! Я следил за вами! 2 дня следил! И все про тебя знаю, как ты меня обманывал и променял меня на нее снова! Ты что, я не обманывал тебя, я никого не променял! Леха, я тебе сказал, важные дела, 3 дня, все! Нет, это не важные дела! Я первый раз уже отомстил ей, но она по-хорошему не понимает! Да. Значит, будет и вторая попытка, и я этого не прощу! Леха, нет, Леха! Юля! Леха! Трындец, Юля, ты... Боже, так, ё-моё, чё я стою вообще? Юля, я за тобой! Ох, Лёха, ну ты, конечно, ой, блин, дурын, да ещё так. Ох, да ой, это я отомстить хотел! Кому отомстить, Лёха, за что? Ей! За то, что меня бросили, и тебя тоже! Ой-ой-ой! Лёха, я никого никогда не бросал, я просто полетел на отдых. Ну, договаривались. А меня оставили! Ой... Да я бы тебе сувенир привез бы, ракушку там или еще что-то, магнитик да, бы. Да, конечно, ты бы не приехал вообще никогда, я бы один там остался бы и никогда не увидел бы тебя. Ой, господи, блин, ну ты трындец, конечно, ох, хотя бы может, извинился бы. Да, извини, Паша, извини, Юля, может теперь я это к вам подсяду? Нет, тебе пока только одни беды идут, посиди там.